ночью просто вот невозможно, гудит по мозгам такое вот. Нет, что-то вот где-то. Нет, гудит, это не да. Движение, это мы привыкли за всю жизнь. А вот без конца вот такой гул тупой. Да, что-то работает. И днем, и допоздна вечера. Представь, какие вот вообще, помимо там гула, наверное, же еще и воняет. Да, и запах очень плохой. Особенно, я не знаю, если вот оттуда что-то распасовывает, невозможно выйти на улицу. Ну да, что-то оттуда. Биоком. Да, биоком, невозможно. Вот мне говорят, простите, но у вас так, какашка не воняет. Поехали быстрее домой. Во всех, у нас во всех проблемах. Во всех, да? Проблемах со здоровьем. Ну, ишемическая, ну вот болезнь, у меня сердце, тоже, да. Проблемы большие. А что именно со очень сердце? Большие, с сердцем, не совсем. Щитовидная железа, да. Думаю, скажите, обращались кто-нибудь в город, типа, что вот переселить вас отсюда? Кого-нибудь ходили на прием? Уже давно говорят, что переселят, уже 20 лет переселяют. Уже прошло сколько? Лет 7, наверное? Да, да. Лет 7 прошло. Говорили, что через 5 лет. Ну, вы тут сидите, все дождете, и все такое. Будет все ясно через 5 лет. Слава Богу, 7 лет. Сказал, что 5 лет вас никто не будет трогать. Лет, а уже, да, 7, а уже 7 прошло. Да. Нет, да, нет, нет, послушай, Коля, ты не в курсе. Я живу все чужие. Там уже в час снесли все, мы уже это не рассказывали, кто-то еще осталось. Это. Вызывают меня на этот... Значит, вас согласна, подписала, все, тихо, тут потом всем уже обвинили, ну это сразу. Так это, они, наверное, лет 12 вы уже. Да, да, вот у меня это вот не я, вот. Что и одной, это обрекета, это все таскаешь, еще и у тебя больная. А как вас зовут? Мария Феликсовна. Самый старый житель, житель этого. Да, 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 самый. Есть еще старше одна. В городе она. Скажите, а как вообще получили, здесь получили квартиры? Как это все начиналось? Это давали работникам? Это очень давно начиналось. Вот это дом 39-го года построили. Какого? 39-го? 39-го года построили. Жилой фонд в 86-м году. Я работала в войске, сейчас я курсила. Вот. Наши родители здесь. Вот мой папа был военный, и вот после войны они здесь обосновались. Здесь был военный городок. Вот эти вот три дома. Вот эти дома, я помню, в 62-м году строились. Мы же в этом доме жили. Там люди жили. Военнослужащие двухгодичники менялись, уезжали. Угу. А жители Кадюрова постоянное место. Делали ремонт. Когда спросили о сносе, она нам сказала, у нас в городе много хуже, давай, чем у вас здесь. Смотрите, достопримечательность нашей страны. Лес обслуживает, у нас нет вопросов. Вот здесь вот тоже вычищают. Вот тут габаритная, здесь частная. Угу. Ну, это мы платно, а здесь общая бесплатная. Ну, запах, то есть, конечно, ужасный. То есть, получается, сюда ходят в туалет, ходят все жители, да, всех домов? И бабушка ходит, да, сюда тоже? Бабушка. У бабушки там свой, а это общий. Кто может, тот сюда. У кого нет своего, у кого есть свой, он идет. В вашем доме там есть свой туалет? Откуда? Вот мой туалет. И вы зимой, ночью? Нет. Ведерки. Ведро? Я не могу здесь зимой все время жить, 7,5 месяцев, потому что я просто не справлюсь физически, и мне нечем будет отапливать. Комнаты большие, потолки высокие. Написали, что до 2030 года вас выселить, не волнуйтесь. Там. А куда вы в магазин ездите? В город, автобус. 4 часа надо потратить, чтобы съездить в магазин, сходить, например, в поликлинику, в парикмахерскую, девчатам ногти сделать, полдня. А в какой поликлинике вы приписаны? Номер 5. А сейчас с этим вирусом немерено 13 лет. То есть, если мы опоздали, да, расписали, то час 25, да, где-то ждать. А скоро доезжает без проблем, знает, куда ехать? Да, доезжает, да. Конечно. Получается... Корон. Это значит, бегом в магазин, забыла, не забыла, купила это. Бегом в автобус, и мы уже опоздали. Это уже час два сотру стоять. Пока что таких не было. До 25-го года. Да. А если сейчас еще завод этот построят, я говорю, здесь вообще задохнуться. Да, задохнуться. До утра вы
Оближи губы, они сладкие такие вот. Это вообще страшно. Я же говорю, если дождь пройдет, лужа вся желтая, сера плавает, желтая сера вот такая. Мы вот как-то ходили туда, вот там озеро такое змеевое небольшое туда. И там, вот, представляете, сера, это лежит, ну, от азота. Да. Она просто лежит вот тут, вот, да? Да, она по земле лежит. И вот точно у нас после дождя, у нас все лужи желтые. Вы не представляете, вот эта макация перецвела, и это самое, облетели эти цветочки. Ты, аммиак сколько? Запах аммиака. Аммиака? Да, очень запах. Ну, в эту сторону больше всего с азота и дует ветер. Да, и аммиака очень. Он самый часто с азота ветер и идет вот в эту сторону. Поэтому...